зацените, что у меня на голове. И я это сейчас еду состригать, наводить красоту, потому что невозможно уже просто в таком формате жить. Понятно, что парикмахерские не работают. В индивидуальном порядке работают. И когда выйду, расскажу вам, какие у меня сегодня планы, что будем делать. Что супра расскажу, да вообще. Новости ждут вас. О, ты так похудел. Понятное дело, что похудел, потому что я же вот как раз в посте и рассказал, что я еды не чувствовал, вкуса и есть совершенно не хотелось. Это отличный способ сбросить лишние килограммы. Понятно, что помимо килограммов жира и уходят еще и мышцы. Короче, это такая не совсем правильная история, поэтому лучше до такого не доводить. Лучше правильно сбрасывать лишний вес, заниматься спортом. Я еще все-таки рекомендовали недельку-другую подождать, но скоро мы вернемся. Так что со Степычем побежим. А еще зацените, что наконец-то в Москву пришла погода. В принципе, все логично. Я как раз вышел, и что мне мерзнуть, поэтому я заказал погодку. Вот, она уже приехала. Что Леха начал получать много там сообщений, естественно, 99 из них были с поддержкой, но часть была какая-то там странная. Он, в общем, начал переживать очень сильно, что ему деньги скидывают. Он посыл поста совершенно... Посыл поста, просто мы его друзья, естественно, не могли остаться в стране, потому что знаем изнутри всю эту ситуацию с подробностями и все остальное. Поэтому он попросил, поблагодарил всех очень сильно, но... Поэтому все те, кто скинул уже, мне достаточно много пришло уже переводов. Всем огромный респект, спасибо большое. Мы обязательно ему все передадим. И это хоть чуть-чуть, но поможет. Очень уважаю, ценю, люблю, потому что вы не остаетесь в стране никогда. Я никогда вас ни о чем не прошу. И даже сейчас, вот, получается, не просил. Но, тем не менее, вы ворвались. Поэтому...